Счастливые числа лицевых счетов любимчиков «Фортуны» складываются в победные комбинации. Методом случайного выбора их определяет компьютер. Процедура розыгрыша в Новый год без долгов максимально прозрачна. За процессом внимательно следят наблюдатели, приглашенные независимые эксперты. Когда разыгрывались лицевые счета, я очень так как-то волновалась за людей, что кто-то будет из них счастливый. Хорошие призы. Да, призы все нужные. Нужные призы – это бытовая техника, микроволновые печи, мультиварки, блендеры, мясорубки, электрические чайники, а еще 25 подарочных сертификатов. Всего 105 призов разыграли среди добросовестных потребителей энергоресурсов, тех, кто аккуратно, в срок платит за коммунальные услуги. В этом году было 50 тысяч участников, которые оплатили дебиторскую задолженность за ноябрь и предварительный счет за декабрь. Участники, выигравшие в этом году призы, могут получить свои призы по предварительному звонку в офисах продаж и обслуживания клиентов «Энергосбыт Плюс», территориально расположенных по всей Удмуртской республике. Благодарить своих добросовестных плательщиков за коммунальные услуги для компании «Энергосбыт Плюс» уже традиция. В свою очередь, жители Удмуртии стремятся стать участниками акции и своевременно оплачивать счета за коммуналку. Добросовестные люди – это основа любой компании, это основа любого общества, и мы, естественно, о них не забываем и принимаем все меры для того, чтобы их количество увеличилось. Несмотря на то, что в 2020 году у нас он прошел под знаком пандемии, да, тем не менее, то есть мы наблюдаем активность наших участников. Подарки получили добросовестные плательщики со всей Удмуртии, из разных районов и городов. Результаты акции есть на сайте компании. Всех победителей, а это 105 человек, специалисты компании обязательно уведомят о выигрыше и объяснят, где его можно получить. Елена Обуховская, Василий Хохряков. Новости.